Ну что ж, уважаемые коллеги. Hello, Dmitry. Hello, Karina. Bulat, nice to see you. Anna as well, Kirill, Julia, Elisan. Nice to see you all at the conference. And perhaps many others. I just increased the numbers. I see that there are quite a few, 113. So I won't enumerate all of you. We are starting right now, not to wait at the computer and stay idle. I welcome your questions. And to do that, you will have to either raise your hand like that, and then the coordinator of the conference will give you a floor to ask a question. Maybe 2 minutes or 3 minutes would be enough, and I will try to answer your questions. But before that, I will, if you want me to switch into Russian, Я думаю, что это будет правильно, Виктор Михайлович, потому что у нас здесь есть участники с другими языками. Поэтому, сказать, вот я думаю, Perfect. Что перейти на русский. Тогда язык. Я поднимаю обе руки и сам себя приглашаю переключиться на русский язык, на родной язык. И сегодняшняя тема нашей с вами беседы, а я буду ждать от вас вопросы, можете через чат их задавать, но наш модератор нам, мне их, я надеюсь, передаст по ходу дела, тогда у нас действительно будет интерактивное общение. Но пока этого не происходит, я хочу рассказать вам о собственном опыте синхронного перевода и о тех вещах, которые, как мне кажется, имеет смысл обсудить или, по крайней мере, подумать над ними, когда вы будете готовиться к переводу ближайшему или к повышению собственного уровня владения языком, или при подготовке для предстоящего, я надеюсь, очередного конкурса международного Косинус Пи. Как бы то ни было, мне кажется, что это моя задача сегодня – дать вам здесь и сейчас какую-то пищу для того, чтобы вы, находясь в изоляции, могли бы этим воспользоваться. С чего бы я хотел начать? Чем мы, переводчики, занимаемся, независимо от того, письменные мы, устные или синхронные? Мне кажется, что, наверное, самое интересное в нашей с вами деятельности – это коммуникация. Коммуникация и интерактивное общение. Общение, которое немного отличается от того общения, к которому каждый из нас привык, когда разговаривает с родными, близкими, с друзьями. Это общение другого свойства. Какого, как вам кажется? Что это за общение? Ответьте сами на этот вопрос для себя. Какого рода общение вы, так сказать, практикуете, когда занимаетесь устным или синхронным переводом? Вот мой первый вам вопрос. Подумайте над этим. 3 секунды я даю на размышление, перевожу дух и отвечаю. Мне кажется, что это общение прежде всего высокопрофессиональное. Оно этим отличается от домашнего общения. Поэтому для того, чтобы участвовать в конкурсе успешно, наверное, в первую очередь нужно думать о профессионализме вашего контакта, вашего общения с аудиторией. Как сделать так, чтобы это общение было действительно на уровне высокого профессионала. Нет предела совершенства, это понятно. Но как к нему продвигаться? Как понять, ты уже достаточно профессионален или еще только на подходе? Это довольно сложный вопрос. Оценить самого себя, увидеть самого себя со стороны довольно сложно. Если вы практически подходите к этому вопросу, наверное, это тренировки. Тренировки, которые вы сами записываете, потом прослушиваете. Это не должны быть большие куски. Это может быть 2-3-минутная работа в синхроне в одну или в другую сторону. Это может быть тренировка, которая позволит вам работать профессионально. Давайте подумаем, какие тут могут быть ингредиенты вот такой вот профессиональной работы. Ну, прежде всего,
то, что я сейчас излагаю на русском, я, конечно, могу излагать и на английском. Более того, я могу это сам себя и перевести на другой язык. Но интересно то, что, заметьте, я сразу взял быка за рога. Я не говорил вам никаких приветственных слов. Я не говорил там «здравствуйте». Я ничего вам не сказал про коронавирус там, или про что-то еще. Я убрал все непревходящие к делу, так сказать, интродукции. Зачем я это сделал? Чтобы сэкономить максимально ваше время. О чем это говорит? Об очень простой вещи. Переводчик должен уважать тех, кого он переводит и кого он слушает. Первое правило. Уважать людей, на которых вы работаете. Какими бы вы заоблачными, так сказать, регалиями не обладали, на каком бы высоком уровне вы ни находились. А что значит уважать? Это ценить время, это быть максимально сжатым в вашем экспозе, в том, что исходит из вас. И, наверное, быть достаточно эффективным. Вот об эффективности перевода можно говорить, конечно, много, но цель, наверное, эффективного перевода, на мой взгляд, это, так сказать, не ООНовская точка зрения и, может быть, даже не точка зрения, принятая в профессиональных программах обучения синхронному переводу. Моя позиция состоит в том, чтобы обеспечить максимально эффективную коммуникацию. Любой ценой. Чего бы вам этого не стоило? Каких бы энергозатрат, психических затрат, эмоциональных, социокультурных, это не имеет никакого значения. Вы должны быть на высоте. Поэтому самое страшное, что мы можем сделать, отключить звук больше, чем на 3 секунды. Все, те, кто вас слушают, вы меня слушаете. Если я молчу больше 4 секунд, я провалился. Поэтому, как вы видите, несмотря на то, что я работаю в духе импровизации, я ни разу не прервал своего сообщения. У меня идет постоянный речевой контакт с вами, с аудиторией, которую, я вижу, так сказать, двух милых участниц, Надю и Аню, и передаю им большой привет. Остальные у меня, так сказать, просто в списочном виде находятся. Лейсана, Делина, Галина, Айгуль... И вообще Кристина, и Дарья, там, наверное, еще много будет страниц, но я не могу отвлекаться на это. Я должен быть действительно в таком тонусе, как переводчик. Вот еще кто-то к нам подключился, отлично. Чтобы вам было интересно, чтобы вы ни на секунду не захотели отойти куда-нибудь выпить чайку или еще что-то сделать. Пока идет перевод, пока говорит докладчик, пока идет общение, вы должны и этим процессом управлять. А управлять вы можете только через свое тело, через свой язык, через свою культуру. Поэтому один из критериев, а у вас есть эти критерии нашего с вами, так сказать, предстоящего конкурса, по которому жюри будет вас оценивать и будет думать, насколько вы профессиональны, да, в конкретной ситуации, она может... 100% проявится, может быть, вы будете волноваться, она получится не очень удачно, бывает по-разному. Но, в принципе, чего мы хотим? Мы хотим, чтобы коммуникация состоялась. Какая коммуникация? Эффективная коммуникация. Что значит эффективная коммуникация? Это значит постараться передать максимально тот контент, или, говоря по-другому, то содержание, которое находится в словах, которые либо читает, либо говорит от себя докладчик, выступающий, человек, которого вы переводите. Вот тут есть очень большая разница, она философская на самом деле. Дело в том, что слова, они разные вещи обозначают. И если вы переводите на уровне слов, даже если вы хорошо перевели и попали случайно в то самое значение, которое нужно именно для этого контекста, это не значит, что вы перевели все правильно. Вы переводите пока на уровне слов, синтагм, может быть, отдельных фраз. А что должен сделать профессионал высокого уровня?
Для чего, к чему должны мы устремляться вместе с вами? К тому, чтобы были переданы не слова, хотя это необходимо, не отдельные фразы, и даже не, так сказать, выступление в его текстовой записи, а чтобы было передано нечто большее, дух, содержание, понимание, экстралингвистические вещи, которые связаны с переводом этого коммуникативного акта. Как это слова такие научные употребляю, чтобы вы думали, что я действительно большой профессор, а надо вам действительно перевести рассказ. Вот то, что рассказчик, лектор, докладчик, выступающий, хотел бы рассказать. Если вы будете переводить его на уровне текста, а есть еще один слой, интертекст, надтекст, вы пройдете на троечку. К вам нельзя будет специально придраться. Вот все слова, которые он сказал, вы перевели. Это ваш потолок. Вы к этому хотите устремиться. Этого хотите добиться. Есть переводчики, которые, да, так считают и на этом уровне работают. Не думаю, что это, наверное, самый лучший вариант перевода. Перевод, как и сообщение. Это не просто передача текста с одного языка на другой язык. Но передадите вы с одного языка на другой язык. И что, работа закончена? Как вы думаете? Кто-то скажет «да». Мне кажется, что на 90%, может быть, и «да». Но еще есть 10%. Есть смысл рассказа. Есть смысл текста. Есть та аура цивилизационная, культурная, аура культурного наследия, которая делает нас людьми, для которых нужен перевод. Перевод, который ломает границы между барьерами, между странами, между языками, между различными культурами. И ваша роль как переводчика, она гораздо больше, нежели чем автоматический перевод. Вы можете включить Google Translate или Яндекс Translate, и ну, все вы получите. Хотя иногда некоторые переводчики берут это сырье, чтобы побыстрее где-то набить текст, а потом начинают править это. Это не запрещено. Но смысл-то рождается именно вами. Значит, для того, чтобы он родился адекватно вами, вы должны понять, о чем хочет говорить докладчик. Вы должны перед тем, как вы его стали переводить, ну что-то узнать, немного узнать о его профессии, о цели мероприятия, о смысле, который сейчас будет транслироваться. Было бы желательно, чтобы вы уже накопили какой-то небольшой багаж. Именно поэтому тогда вы будете переводить на высоком уровне. Но именно потому, что необходимо еще предзнание. Я на этом хочу остановиться. Почему нужно повышать свой культурный уровень? В самых разных областях. Знаете, чем отличаются точные науки, изучение точных наук, от изучения языков и от лингвистики, и от филологии, и от культуры как таковой? Отличаются они разными подходами, диаметрально разными подходами. Если вы в математике пропустили первые последовательные шаги, дальше не пойдет. Говорят, что когда вы прошли уже очень далеко, то тогда вам открывается красота математических вот этих вот философских, так сказать, формулообразующих конструктов. И тогда вы начинаете быть творцом в математике. Не знаю, в языке по-другому. В языке вот эта последовательность не самое главное. Вы можете рассматривать язык и культуру как огромную слепую контурную карту, где каждый раз, когда вы куда-нибудь тыкаете на этой карте, вы попадаете в какой-то населенный пункт. Ну, если мы, конечно, возьмем с вами Восточную Сибирь, то там вы можете несколько раз потыкать и никуда не попасть. Но в языке немножко все по-другому. Ну, возьмем, давайте с вами Германию. Там потеснее люди живут. Вот вы ткнули, это Бохум. Рядом Вупперталь. Еще рядом Эссен. Ой, чуть дальше Дармштадт. А вот тут рядом вот ткнул, и оказывается, это Дюссельдорф. Ой, а вот тут я в другую сторону поехал, я оказался в Билефельде.
Значит, каждый вот тычок на контурную карту языка – это ваши жемчужины. Вы не попадете в тайгу и не попадете в пермафрост или, так сказать, в вечную мерзлоту. Вы попадаете именно туда, куда нужно. Потому что когда вы извлекаете смысл из слов, из понятий, из контекстов, у вас в голове и в душе выстраивается какая-то общая картина, карта такая, знаете, удивительно яркая культурная сеть понятий. И чем чаще вы туда приходите, а приходить можно на 3 минуты с хвостиком. Вот возьмите число пи. 3 минуты 12 секунд. Это среднее время, которым нужно заниматься языком. Если в день, находясь в этой изоляции, вы 10 раз подойдете на 3, на число пи. Не случайно у нас косинус пи, да, называется наш конкурс. Я вам открываю самую большую тайну. Надеюсь, что организаторы меня за это не разорвут на куски. Вот, может быть, им понравится то, что я сейчас нафантазировал. Но это число пи вам необходимо, знаете, для чего? Для того, чтобы всего-навсего за сутки, полчаса минимум поработать с языком. 10 раз, занимаясь разными другими делами, подойдя то ли к словарю, то ли включив какую-то запись, то ли прослушав свой текст, то ли посмотрев, прочитав один маленький параграф в книге на языке, то ли пересказав его самому себе, то ли позвонив своему коллеге и заговорив с ним на языке, то ли позвонив другому коллеге и переведя то, что он тебе говорит, на противоположный язык. Не больше 5 минут. Не надо долго мучить себя. Но несколько таких подходов, около 10 в день, сильно продвинет вас вперед за время, которое вы проведете в четырех стенах. Принимаете это, этот совет? Отлично, спасибо. Теперь, почему это нужно? Почему нам нужно вот это дополнительное знание, помимо подготовки прямо перед переводом, почитать, вот он будет про медицину говорить, а этот будет про, говорить про международные отношения. Почему надо почитать помимо вот двух-трех абзацев на ту или иную тему, или там выйдя в Википедию, или еще куда-то посмотреть эти материалы? Это вопрос как раз уже не чисто лингвистический, а экстралингвистический. Это философский вопрос. И связан он с тем, дорогие друзья, что мы в области культуры не всегда являемся людьми. Чаще всего мы являемся, так сказать, людьми, у которых сознание выключено. И если включено, то включена какая-то отдельная его, не самая, так сказать, необходимая, не самая яркая, не самая представительная наша часть. Обыденное сознание, повседневное. Мы очень часто, и так устроена наша жизнь, идем на автопилоте. И в переводе у вас будет много ситуаций, когда вы идете на автопилоте. Но высоты перевода появляются тогда, когда вы проникаете в глубину смысла. И с этим пониманием глубины начинаете делать ту же самую работу, которую другие будут делать без понимания этой глубины культурного контекста. Как и откуда берется эта необходимая для высокого профессионала глубина? Я сегодня с вами пытаюсь говорить об ингредиентах. Я их просто не нумерую, первое, второе, третье, четвертое. Но вы сами у себя на бумажках, если вы уже, так сказать, профессиональные студенты, а я сам себя числю среди профессиональных учащихся, потому что когда кто-то говорит, у меня всегда под рукой листок бумаги, или я бегу за ним, но вообще лучше иметь в каждом кармане по маленькому блокнотику разориться из десяток карандашей или ручек, чтобы они пачкали ваши рубашки своими чернилами, но карандашами надо обзавестись. И они должны, кстати сказать, лежать у вас около кровати. Как ни странно, это один из важных элементов вашей культуры, чтобы когда вы ночью проснулись и что-то вштырило, о, у меня есть карандаш, я запишу. Владимир Маяковский писал на пачке папирос окурком. Почему? Потому что не было культуры записи. Вы должны его превзойти.
понимаете, должны иметь то, чем можно записать слово, потому что ваша профессия – это владеть словом, открывать это слово, узнавать его. Боже мой, я вот смотрю, у меня какая-то бумажка лежит. Я что-то читал, смотрю. О, у меня сколько, видите, записи? Это рукописные вещи, черт возьми. Господи, нахрена они мне? И они из самых разных каких-то вещей. Да. Вот, например, рядом со словом «зум» у меня стоит слово «blue jeans». Неужели я хотел купить джинсы? Нет, ребята, я хотел купить что-то еще. Мои коллеги в Санкт-Петербурге работают с программой «blue jeans». Хорошо, интересно. У меня в Институте востоковедения в Академии наук запустили программу «джитси». Попробовали ее. Да, тоже неплохая программа. Есть еще Adobe Connect Pro, программа, к которой как бы я подключен, но с ней сложно входить. Хорошо, когда есть люди, которые вам помогают. Вот это еще один важный момент работы переводчика с коллегами. Те технические сотрудники, которые обеспечивают вам качество перевода, наушники, звук, простите, бутылку воды или стакан воды ставят вам в кабинку или не ставят. Вы проверили это или не проверили. Это все те приходящие мелочи, которые нужны вот для этого простого обыденного сознания. То, что вы делаете как бы на автопилоте, вот этой, в этой регистрации. Что касается глубокого смысла и культуры как таковой, то у нашего дорогого философа Мирабо Мамардашвили после изучения Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», у него есть цикл романов, да, это были не просто романы, это оказались философские произведения, переложенные в форму рассказов. А я как раз хочу подвести вас к тому, что ваш перевод на высочайшем уровне должен обладать качеством рассказа. Вы должны в итоге рассказать историю. Если вы будете это иметь в виду, а вы запишите себе, я рассказываю историю. Тогда появится одна чисто интересная прагматическая, Евгения, привет. Мы сейчас с вами будем говорить о прагматической вещи. А прагматическая вещь это сводится к тому, что если вы переводите на язык родных осин, то есть вы с иностранного языка переводите на родной, допустим, русский язык или на другой родной язык, то тут очень важно, чтобы уровень вашего владения языком был высоким. Что за этим стоит? Ну, самое примитивное – это правильно ставить ударение. Если переводчик все делает блестяще, но в одном месте он сказал по-дурацки, не туда поставив ударение, наслушавшись там радио, друзей или еще чего-то, или политиков, которые тыкают ударение как попало, то профессионально это тоже провал. Одно неправильно поставленное ударение в нормальном словосочетании сразу сбивает с вас очки. Что бы вы ни делали, как бы вы ни говорили. Поэтому внимание к родному языку, постоянная работа над ним. Над тем, как надо произносить. Читайте, черт возьми, вот в эти 3 минуты с хвостиком, в это время пи. Открывайте словарь орфографический. Он должен быть там слова с ударениями. Листайте этот словарь в течение 3 минут раз в день и смотрите, где там стоят ударения. Это должно быть правилом. А другое правило, обязательное для вас, как для профессионалов, это когда вы слышите от кого бы то ни было, где бы то ни было, неправильное поставленное ударение. Вы должны про себя или в полголоса, а еще лучше громко, сказать так, как надо говорить правильно. Извините, меня могут не любить мои коллеги в Академии наук, но когда кто-то из них во время выступления или в разговоре, или еще где-то ляпнет ударение не там, где это положено в русском языке, я сразу громко
не меняю выражение лица, говорю, как правильно надо сказать. Я повторяю это слово с правильным ударением. Не для него. Его я не научу. Для себя. Чтобы мое ухо, мое восприятие не запачкалось встречей с неправильным употреблением родного языка. Запомните это правило. Это вам очень важно. Потому что именно это поднимает ваш профессиональный уровень на ту высокую планку перфекционизма, к которому мы все должны стремиться. Потому что профессионал, переводчик или любой другой профессионал, он все-таки перфекционист. Почему? Да потому что мы с вами на самом деле не технические обслуживающие функционеры. Мы с вами художники. Переводчик – это художник. Перевод – это искусство. Именно поэтому нам нужно нашим инструментом, языком, владеть в совершенстве. Помимо этого, еще неплохо владеть в совершенстве собственными эмоциями. Потому что для чего нам дан язык? Разве нас интересует информация, которую мы перевели? Да информация как таковая, без эмоционального подтекста, фона, ничего не значит. Я мог за своей спиной поставить любую картинку. Но я этого не делаю. Почему? Потому что я хочу, чтобы вы почувствовали меня в определенной атмосфере. Это она может быть такая, она может быть всякая, неважно какая. Важно, чтобы за вашей спиной, за вашим текстом стоял воздух. Воздух в переводе. Это так важно. Это ваша культура. И самое интересное, что люди, которые вас будут слушать, инстинктивно, моментально, без всякой подготовки, прекрасно понимают, глухая стена – этот переводчик, или этот переводчик с объемным воздухом. Его интересно слушать. Может быть, интереснее, чем докладчик. Хотя тут опасно, очень-очень опасно. Ну, что делать? Это наши риски с вами. Так вот, когда мы говорим о содержании, Мамардашвили и Пруст говорят о том, что мы ничего не можем осмыслить и глубоко понять и осознать, если мы раньше этого не знали. Черт возьми, как я могу раньше знать то, с чем я сейчас в первый раз столкнусь? И тем не менее, это работает, это именно так и звучит в философии, что вы возвращаетесь к тому, что когда-то было вами увидено, заложено, зацеплено, прочувствовано, выучено. Вы снова это воспроизводите. Не по первопутку, не по целине вы идете голый, а вы идете уже по той тропинке, которая под вашей вот этой вот целиной вдруг начинает проминаться воспоминанием, осмыслением, пониманием контекста. Поэтому и нужно работать обязательно над расширением своего кругозора. Это одна из самых интересных профессий. Ну, то, что у нас называется быть переводчиком-генералистом. Да? Говорят, что это средство от выгорания. Наверное. Но это еще средство погружения себя в культуру. Внутри этого пространства должна быть при этом определенная пустота. В чем-то вы должны оставаться как дети. Вот поскольку я еще и востоковед, я прекрасно знаю, что на Востоке там ценится нечто другое, чем ценится у нас на Западе. Если у нас ценится логичность, рациональность, последовательность, ну, немецкая философия на этом была построена, у нас какие-то, в общем-то, вещи пытаются выстраиваться линейно, последовательно, прогрессистски, с ростом наверх, так сказать, с развитием. На Востоке понятие развития по-другому воспринимается. Оно воспринимается как состояние пребывания в жизни. Вот вы сейчас уже живете, вы не завтра будете переводчиком, вы сейчас уже переводчики, вы сейчас уже филологи, вы сейчас уже специалисты. И для этого, для того, чтобы вы могли идти дальше, вам не надо, так сказать, семестр за семестром бежать, бежать, бежать и думать, что это главное. Нет. Вы себя настроите на то, что, имея ваш запас знаний, у вас
И у меня тоже есть какое-то пространство внутреннее, ничем не заполненное, чистое поле, вот табло раза. Вот в нее можно загрузить. Но загрузив, я снова смогу прийти к глубинному пониманию этих смыслов. Вы не можете ощутить вкус или цвет, понять, что такое квалия. Оно непередаваемо в языке, в лингвистике, в каких-то вещах. Но для того, чтобы это сделать, нужно действительно остановиться, осмыслить, продумать. Поэтому переводчик чаще всего работает не только в кабине, он работает вот в собственной жизни, из материала собственного непонимания, собственного интереса, собственного любопытства, собственного куража. Он извлекает постоянно вот эту связь с миром культуры. Это обязательно слова. Мы уже говорили с вами о том, что я, наверное, еще раз это повторю для тех, кто, может быть, это не знает, что нам нужны свои словари. Вот ваш индивидуальный словарь. Словарь Лейсан, словарь Аделины, вот, Надя, ваш словарь. Русско, допустим, английский, или там русско-немецкий, или русско-французский, или, если мы парижане, то франко-русский. Какого рода словарь? Вот слева в этом словарике. Вот у меня лево, допустим. Да. Слева я пишу слово на родном языке. Или фразу еще лучше на родном языке. А справа я пишу то, что я открыл. Я сначала открываю на иностранном языке то, что я на родном языке никогда бы сам не сказал. Я сделал открытие переводчика. Как только вы в тексте в каком-то увидели хорошую фразу и поняли, что она работает, что она интересна, выпишите ее вот здесь слева, а потом найдите ей эквивалент на русском языке вот тут вот, на этой стороне. И таким образом у вас в день, я бы хотел, появилось бы 2, максимум 3 записи. 2 или 3 записи, да, или 2 или 3 слова. Каждый день будете делать это? Ребята, мы будем королями. Через месяц у нас уже заполнится вот этот блокнотик, и там будут слова, которые ни у кого нету, ни у ваших педагогов, ни у ваших коллег. Но вы вдруг набрали определенный багаж, который вас делает приобщенными к языку той культуры, которой вы не принадлежите. Это очень важно. У меня были такие случаи. Я много разных этих вещичек списывал. Ну, начал я первый, когда увидел хороший блокнотик, это был, прости господи, 72-й год в Каире. Я зашел в магазин и увидел там шикарный блокнот. И вот я его весь исписал, потом второй, потом третий. А когда я поехал переводить Сергея Максимовича Перемакова в Соединенные Штаты, был тоже период очень тяжелый в международных отношениях. Это был 79-й год. Мы оказались в Афганистане. Всем это очень не понравилось. И все контакты были прекращены, кроме одного. Вот Институт востоковедения Академии наук и Институт восточных исследований в университете Беркли. Примаков из Колобина. Я был во всех этих встречах. Знаете, странно было сказать, младший научный сотрудник, как докладчик по проблемам Южной Азии. Меня почему-то принимали за специалиста, за страноведа, за востоковеда. Хотя, ну, я работал год в Индии, кое-что про нее узнал тоже переводчиком. Вот. Ну, конечно, я не был там супер востоковедом, но, тем не менее, вот, участвовал как бы на равных. Но при этом я еще и переводил синхронно, так сказать. Ну, как бы вот за просто так. Тогда в советские времена синхронный перевод вот такого рода просили перевести. Ну, и хорошо. Вот, ты поехал, и ладно. Значит, я почему это говорю? Потому что вот эти вот словарики, по которым я вам поделился и прошу вас это делать, они позволили мне в английском языке, который я, конечно, не носитель, говорить так, что американские профессора, которые с нами участвуют в этих конференциях по проблемам современной Азии, они спрашивали, а вы знаете такие слова, которых я не знаю?
Вот дословно. You know the words that I'm not using. How come? Это одно. Второе. Когда вы... Вот это как раз к тому, что у вас идет вот этот вот уровень культуры, элан, подъем. То, что вам даст ну, уверенность в себе, как в профессионалах. Не надо сразу это делать. Я говорю, по зернышку, по чуть-чуть, по нашему косинус пи, вот эту частичку пи, 10 раз в день, вперед, по разным направлениям. Ладно, мне бы, конечно, хотелось, чтобы вы уже начали меня спрашивать. Я могу продолжать. Но как наши модераторы готовы предоставить один вопрос или два? Я думаю, да. Я думаю, что сказать, мы начнем с того, что люди могут в чате задавать вопросы, писать. А прекрасно. Я буду озвучивать. Поэтому, ребят, если у вас есть вопросы, вы можете, так сказать, потихонечку их писать в чате. Это было бы самое интересное, между прочим, потому что я здесь не для того, чтобы вещать как... Ну, разумеется, разумеется, это же мастер-класс в каком-то смысле, да? Поэтому, ребят, пишите, если вопрос покажется интересным, я просто предоставлю слово тому, кто... Или, может быть, кому-то можно, вот я думаю, может быть, Наде включить микрофон и попросить ее два слова сказать. Как можно это сделать? Да, конечно, она сама может это сделать. Надя, как вы? Давайте мы с вами познакомимся. Спасибо вам за внимание к нашей беседе. Пусть это будет диалог. Слушаю вас. Да, спасибо большое за лекцию. На самом деле я сейчас очень взволнована, и я очень рада тому, что у меня есть такой шанс на вашем мастер-классе присутствовать, участвовать в нем, потому что многое из того, да, большинство, большая часть того, что я услышала, я как-то интуитивно, может быть, где-то подозревала, что... Ну, вот в эту сторону нужно работать, так mm-hmm. нужно поступать. Я сейчас от вас слышу эти слова, и у меня просто на самом деле такое волнение возникает в сердце, и я очень рада, что вот в каких-то моментах я действовала правильно, интуитивно, и это совпадает вот с, даже с такими вот... Ну, не надо с какими. Да. Спасибо вам огромное. Давайте поговорим о том, что вам было бы сейчас полезно. Вот что у вас вот, нерешенное что-то. Вот есть какие-то сложности? Я возьму, наверное, несколько минут на то, чтобы сформулировать вопрос. Хорошо. И дам коллегам время для того, чтобы... И тогда, может быть, вы напишите в чате. Да, кто еще хотел? Аня Борисова, как вы к этому отнесетесь? Может быть, вы будете готовы эти три... минуты с хвостиком использовать для вопроса. Да, здравствуйте. Прежде всего, я хотела бы сказать большое спасибо. Нет-нет, друзья, все, я же ничего вам говорю. Никаких благодарностей, уже я одну получил. Но я же не это самое, не китайский болванчик. Вопрос прямо в лоб у меня. У меня вот есть один вопрос. Не так давно я столкнулась с мнением одного коллеги. Вопрос более технический, про технику перевода. Да. О том, что абсолютная причастная конструкция при переводе с русского языка на английский в синхронном переводе практически панацея. И я хотела бы спросить вас, узнать ваше мнение. Мне интересно сравнить это и сопоставить с мнением заслуженного профессионала в этой области. Действительно... Ну, я не заслуженный профессионал, я еще только учусь, я такой же ученик, как и вы. Честно говоря, я не очень понимаю, что хотел вам внушить этот коллега, что если вы возьмете печатный текст и перетащите его, это будет то, что нужно. Или как? Ну вот его мнение заключается в том, что именно применение абсолютной причастной конструкции, ну, к примеру, the rain having stopped, we went out, и так далее. Yeah. А в синхронном переводе с русского на английский это просто уникальная ценность и непревзойденный просто... И нужно перетаскивать так, как это было на английском, да? Нет, именно когда вы переводите с русского на английский. Да. И я вот не совсем, честно говоря, согласна с его мнением, но мне хотелось бы... Да я тоже бы с этим мнением не согласился. Я думаю, что Анна Борисова более профессионально к этому делу подходит. Но вы переводите с русского языка на английский язык. Почему вы должны использовать заученную конструкцию из печатного, так сказать, запаса английского, в надежде, что она будет воспринята в данном контексте адекватно. Нет, это совсем не так. Как раз вот то, что я пытался, так сказать,
может быть, не совсем внятно вам рассказать, это разговор о рассказе, разговор о смысле, о передаче контекста, и контекста, который будет еще иметь культурную прослойку какую-то определенную. Это означает, что нету автоматического готового перелагания кусков текста или синтагм, или фразеологических оборотов одного языка на другой. Вы 20 раз не попадете. Более того, в условиях синхрона вас не спасет здесь ничего. Она не выскочит, это клише не выскочит и не выстрелит у нас в нужный момент. А вы, ориентируясь на это клише, сами себе поставили стопор. Вы себя застопорили, мне надо вспомнить, как это было, это что там у меня, где у меня бумажка. А время ушло. Нет. Мы с вами во время синхрона, особенно на язык, говорим одномоментно. Работает совсем другая память, работает вот этот вот культурный слой с английским связанным, допустим, мы сейчас про английский говорим, да, с иностранным языком, который вы ощущаете как вот на качелях. Понимаете, у вас есть один язык и есть другой язык, и вы все время на этом балансе пытаетесь одномоментно, синхронно войти в контекст другого языка, в его понимание. Ну вот, давайте возьмем с вами простой пример. Пикассо, когда ему стукнуло 90 лет, и праздновался его юбилей, и все говорили, какой он великий гуру, какой он великий художник и так далее, как он повлиял на мировое искусство, это и сейчас говорят, отчасти это так, отчасти не так, он сказал следующее: я буду сейчас изображать Пикассо, а вы все постарайтесь перевести синхронно то, что я буду говорить. Это будет один абзац. Там, где вы споткнетесь, поставьте себе птичку. И мы с вами подумаем, на чем мы, пардон, говоря вульгарным языком, лопухнулись. Или что нас затормозило, где не хватило культурного багажа. 71 год. Аплодисменты. Пикассо выходит и говорит: многие становятся художниками по причинам, имеющим мало общего с искусством. Перевели? Но еще раз. Мы переводим на английский язык, с русского на английский. Многие становятся художниками, знаете, по причинам, имеющим мало общего с искусством. Богачи требуют нового, оригинального, скандального. И я, Пикассо, начиная с кубизма, где-то 903-904 год. Но когда я посмотрел картину в 903 году в Париже на выставке вашего художника, как его, Врубель, я видел его картину «Демон сидящий». Я 4 часа стоял перед этой картиной, когда он работал палетным ножом, я понял, что я открыл кубизм через него, через этого русского. Так вот, богачи требуют скандального, нового, и я, начиная с кубизма, развлекал этих господ несуразностями. И чем меньше меня понимали, тем больше у меня было славы и денег. Сейчас я известен и очень, очень богат. Но когда я остаюсь наедине с самим собой, у меня не хватает смелости увидеть в себе художника в великом значении этого слова. Я всего лишь развлекатель публики, понявший время. Конечно, важно. Понявший свое время. Поэтому я на вершине волны. Но я не художник, я развлекатель. Это горько и больно, но это истина. Так, перевод закончен. Прошу вас сказать, где было сложно. Анна, было место сложное? Название картины, конечно. Название картины. Если его не знаете, «Демон сидящий». Если ты его не знаешь, то ты его и не переведешь. Да. «The Sitting Demon». «Демон сидящий», да.
Хорошо. Можно сказать, одна из картин Врубеля. Да. Можно? Да, вы сильно урежете послание, которое он вам хотел сказать. В чем рассказ вообще? Что он здесь сказал? Его чествуют. У него юбилей. 90 лет мужику. И он говорит, я не художник. Я развлекатель. Это горько, но это правда. Извините. Он кому говорит это? Он говорит это тем художникам, которые думают, что можно, заработав денег, стать великим. А он перед смертью говорит, что нет, ребята, вот горько, но я богат, известен, но это не так. Так, Гульнара, у вас что-нибудь не получилось? И Евгению, по-моему, у нас Евгения хорошо переводил. Жень, как у вас iPad? Да, вы, моя дорогая. Здравствуйте. Я на итальянский перевожу. Perfetto, carissima. Были ли проблемы? С названием вот конкретного ножа, который он нарисовал. Опять название картины. Демон сидящий, да? Нет. Название ножа «Палетный нож» или что-то там. А, «Палетный нож», да. Да, понятно. У кого-нибудь вот еще было? Это? Да. Можно было назвать просто «нож». Да. Можно сказать, некоторые из нас знают слово «мастихин». Это тоже не русское. А по-английски это будет «палет найф». То есть это когда вы работаете не кисточкой, а вы работаете, так сказать, плоскостью, размазываете краску, как на бутерброд намазывается масло. Именно поэтому появился кубизм, потому что вот эти вот прямоугольники, размазанные палетным ножом или мастихином, они у Врубеля присутствовали, как кристаллы там. Растут кристаллы, сидит демон, обхватив колени, а справа какие-то магические цветы, непонятно чего, для чего там находящиеся, но вот они были той самой абстракцией, которая родила в 20 веке модерн. Но неважно, это культурный слой, он к вам придет. Еще кроме двух терминов, вот рассказ получился? Вот подумайте и ответьте сами себе, у вас получился ли этот рассказ? Ведь смысл был не в ноже, не во Врубеле, а смысл был в горечи художника, который работал развлекать публику и зарабатывал на этом большие деньги. И теперь сейчас на исходе жизни, когда я ему говорю, что он великий художник, он говорит, простите, у меня не хватает смелости увидеть в себе художника. I do not dare to name myself an artist. И это говорит Пикассо. In the great sense of the word, in the great meaning of the word, в великом смысле этого слова, я всего лишь развлекатель публики. I am an entertainer. Можно сказать, showman. Может, еще какой-то... Но вот он берет планку того, где ему формально он находится, и что у него внутри себя, во внутреннем его сознании находится. И это противоречие, это и есть смысл этого рассказа. Да? Согласны? Значит, вот, наверное, адекватный перевод будет тогда, когда мы с вами сможем это перевести. Юлечка Назарева, да, привет. У вас получилось что-нибудь сделать? Были трудности, вот, чтобы рассказ получился? Были трудности с рассказом, и были трудности, вот я просто стараюсь, когда перевожу, обдумывать и как-то ловлюсь на мысль, что ищу какую-то грамматическую структуру, какое-то словцо, на этом задерживаюсь, теряю время, ругаю себя одновременно, все. Но оторваться от этого не можете. Правильно, это определенный период, это то, о чем Аня говорила, да? Есть конструкты, которые мы пытаемся вытащить и сказать, теряем время. Я хотела, знаете, что попросить? Да. Я хотела попросить, а можно вот этот же кусочек эталонно, покажите, вот как этот нарратив, вот покажите мастер-класс, чтобы вот, это же небольшой кусочек, но вот очень... Хорошо, могу на него смотреть и одновременно переводить. Да. Согласны? Я к этому не готовился. Many become an artist on the reasons that have very little in common with the true art, по-русски с искусством. Я добавил от себя слово true, with the true art. So many become artists on the reasons having little in common with the true art. The rich man demand new, original, scandalous, entertaining. And I, from the time when I invented cubism, I was an entertainer of those rich gentlemen
buy stupid things, buy crazy things, and the less they understood me, the more money I had, the more glory I have, the more famous I became. Today I'm known, well known, one could say, and very, very rich. But when I stay alone with myself, I do not have the courage enough to see in myself an artist. In the great meaning of that word, I am only an entertainer of the audience, an entertainer that captured the time. Вот это ключевое слово. Понявший время. Оно вообще могло уйти из перевода, но оно ключевое в этом нарративе, в этом рассказе. I am an entertainer that understood his time. This is bitter and painful to me. But that is the truth. Что мне было трудно? Мне было трудно найти хорошее выражение к слову «развлекатель публики». Я взял первый попавшийся. Entertainer. Оно годится. Но давайте подумаем с вами, что было бы точнее, что хотел сказать Пикассо в этом рассказе, когда он говорил «я только развлекатель публики». И мне горько от этого. Давайте, Женя, какой синоним «развлекатель»? Русский синоним берем. Откройте у вас словарь синонимов там где-нибудь или еще что-нибудь. 25 синонимов на это слово найдите и выберите потом то, которое будет сюда подходить лучше. И вы найдете это слово. В тезаурусе найдете это слово. Возьмите entertainer в тезаурусе Merriam-Webster. Не линейный, а вот полным контекстом, когда они идут через запятую, да, там 30, 40, 50 слов. Вы их не знаете, там из них половину. Неважно. Когда вы смотрите и идете по этому списку из 40-50 тезаурусных, так сказать, словес, вы вдруг понимаете, вот это лучше всего пойдет. И вы это сделали интуитивно, не потому что вы знаете это. Но вы почувствовали, что вот это может подойти. И это самое важное ваше открытие. А потом посмотрите в словаре, действительно вы угадали или нет. Вот народ, тут народ предлагает шут «Клоун Бенни Хилл». Давайте. Но, кстати сказать, клоун, это слово очень правильно прозвучало. Он entertainer, я развлекатель публики, I'm a clown. Это, наверное, он имел в виду, что я вас дурачил, дураков. Вы бальтили мне деньги, не понимая за что. Я заработал на этом, но я вас дурачил. I was fooling you. Но развлекатель, вот клоун, наверное, сюда могло бы подойти. Вот по значению. Хотя в переводе, может быть, нам жюри бы срезало бы за то, что мы употребили не entertainer, а clown. Подумайте синонимы к слову развлекатель, поищите это. Вот в пикассовском смысле слова. А вот понявший время, вот это давайте переведем. Как надо было бы сказать, я развлекатель, ну, я, скажем так, ремесленник, он хочет сказать, что я ремесленник, понявший свое. Но почему? Если бы он не понимал свое время, the time is out of joint. Вот мне вылезло, да? Гамлетовское. И тоже Пастернак его не мог перевести. Время вышибло из колеи. По-русски сказали, да? Time is out of joint. Вывихнутое время, да? Скрюченное, суставы вылетают куда-то. То есть есть нестыковка. Так вот, он как раз воткнулся у него, он был in the joint. Он поймал свое время, вот это время между двумя, после Первой мировой войны, перед Второй мировой войной, время такого разброда и шатания, и тогда его, так сказать, безумные вот эти всякие игрушки, они людям безумно нравятся. Ну, неважно, у нас, в общем-то, не об искусстве речь. Давайте попробуем двинуться дальше. Мы себя сейчас дали какие-то задания определенные. Если созрел вопрос у Нади, есть. Виктор Михайлович, есть еще несколько вопросов, которые здесь сейчас написали, я их просто озвучу. Написано, значит, вот здесь вопрос такой: если вы переводите, и кто-то из слушающих вас перебивает, что-то не понравилось, термин не тот или еще что-то, какое ваше действие? Значит, моментальная реакция. Во-первых, вы не теряетесь. Во-вторых, вы
либо принимаете и говорите: благодарю вас, вы мне очень помогли. You helped me a lot. That's the right word I was looking for. И идете дальше. Это приятный вариант. А иногда бывает неприятный вариант. Вот я вам приведу другой вариант. Во время застолья плотными рядами сидели очень солидные люди, очень-очень-очень высокопоставленные. И среди ряда соотечественников были еще не менее высокопоставленные другие люди. И вот когда, так сказать, у них шло застолье, ну, оно шло и шло, и вдруг наступил момент во время вот этого праздничного дружеского обеда, когда одному из VIP-VIP наших персон захотелось рассказать рассказ. Вот, и он встал, чтобы с бокалом, чтобы рассказать вот какую-то притчу очень интересную. И, ну, я за этим столом не сидел, не присутствовал, я стоял в кулисе в стороне. Вот. Одно из качеств переводчика – это быть сытым в такого рода мероприятиях, да, чтобы ваш эмоциональный тонус был правильным. Вот. Я подошел, и он сказал фразу, которую надо перевести. Переводите все. Вот я этот VIP-персона. Жили-были. И он так это размеренно сказал, жили-были. А вы что, уже перевели? Ну и чего? Как переведем? Жили-были. Я перевел. Он посмотрел на меня и сказал: так, я же говорю, жили-были. Я ему говорю, еще раз. Он мне в третий раз говорит: я говорю, жили-были. Я говорю, третий раз, once upon a time. Он бешенеет. И, в общем, снова хочет сказать, жили-были, но понимает, что я ему опять скажу, once upon a time. И он, в общем, может идти дальше уже со своим рассказом, очень важным. Лучше бы со мной не цепляться на этих вещах. И тут замминистра иностранных дел смотрел на него, хлопнул. Так, но он правильно переводит. Это переводится вот так. Вот. Но это я ответил на ваш вопрос. Иногда приходится упереться, если вы правы. Наверное, это не самая лучшая стратегия, потому что после этого один из видных представителей, вот уже видите, сразу пошли звонки, сказал мне, посмотрел на меня и сказал: вы очень смелый человек. Ну, бывает, что делать. Виктор Михайлович, еще пару вопросов есть. Следующий вопрос. Да, Алина задает вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько у вас рабочих языков, как вы их поддерживаете на одинаково хорошем уровне? Я не могу сейчас говорить, а потом перезвоню. Угу. Да. Итак, значит, Алина, сколько у вас рабочих языков, да как вы их поддерживаете на одинаково хорошем уровне? Ну, рабочих языков должно быть очень мало. На самом деле должен быть два рабочих языка. Русский и синхронный. Язык, на который вы переводите. Или с которого вы переводите. Я могу знать несколько языков и при необходимости могу говорить с этих языков. Но синхронно я никогда, как мы говорили о профессионализме, у нас лекция была об этом, беседа с вами, я никогда не возьмусь переводить. Ну, правда, иногда бывало, но это были безумные случаи, когда, допустим, мне надо было переводить с французского. При том еще чертовски плохо было слышно. Ну, не беритесь за эту работу. Вы можете с ней справиться, но это не профессионально на самом деле. Вот. Иногда, кстати сказать, люди, которые нравятся не столько переводчик, вот перед вами сейчас работающий, сколько его манера создавать ситуацию коммуникативную полного понимания. Иногда бывают такие случаи, когда выступает китайский делегат, допустим, на мировом общественном форуме «Диалог цивилизаций», скажем так. И там идет через пилота перевод. С китайского, кстати сказать, на русский пилот плохой.
потому что там сложно, также с немецким языком через пилот переводить, ну, ребят, ну, трудно очень. Пока переводчик, так сказать, включится, вот тот, который пилотирует, у него, он должен быть суперперсоналом, потому что он работает для всех вас, для вас, коллег, и вы можете перевести только, что вы от него услышите, а не от докладчика. И, в общем, от того, как он это... как он выстроит этот рассказ, зависит очень многое. Поэтому настоящий пилот чаще всего говорит процентов на 20 больше слов, чем он услышал на китайском. Почему он это делает, если он профессионал? Да потому что, если он профессионал, эти 20% ненужных, мало, так сказать, значимых слов, которые он добавляет от себя, они позволяют дать работу другим переводчикам. Они не молчат и не ждут, пока там появится message, когда появится смысл, да? Когда появится какое-то тело и мясо разговора, которое можно адекватно или неадекватно передать. Но самое страшное в синхроне – это молчание. Значит, если пилот, черт возьми, его молчит, вы сами должны выполнять эту роль заполнителя тишины. На сегодняшнем заседании мне бы хотелось вам рассказать о позиции либо моей страны, либо моей фирмы, либо моей собственной. Вы знаете, сегодня была неплохая погода, но она не помешает нашему мероприятию быть удачным. И вот, наконец, родил этот китайский переводчик две фразы, которые он там долго слушал. И после этих прекрасных слов вы можете заговорить на нужном вам языке. Это грамотно, да. Это с точки зрения скрупулезного там протокола правильно? Может быть, нет. Но с точки зрения коммуникации это единственный выход для синхрониста. Не молчать и ждать. Поэтому, когда я выхожу из кабины, то люди подходят ко мне и говорят: слушайте, как вы потрясающе по-китайски умеете говорить. Вот я вам и ответил на вопрос, сколько языков я знаю, с каких языков я перевожу. Потому что люди думают, что я даже с пилотом перевожу, зная этот язык. А я знаю только одно. Эффективная коммуникация должна держать вас в напряжении. Вам должно быть интересно. И это рассказ. И этот рассказ, если его нету, вы должны придумать. Еще один вопрос, Евгений Михайлович. Как вы готовитесь к переводу? Изучаете ли программу встреч, ищете выступления докладчика в сети, читаете документы? Есть какой-то ваш уникальный рецепт, лайфхак? Лайфхак. Мой лайфхак. Как, я отвечу вопросом на вопрос, как это делают на Ближнем Востоке в некоторых странах. Скажите, как я готовился к этому своему выступлению? И готовился ли я к нему? Неужели это, черт возьми, полная импровизация? Может ли такое быть? Значит, это мой ответ на этот вопрос, мой лайфхак. Я готовлюсь, не готовлюсь. Я выползаю, у меня даже нет каких-то 2-3 заметок, на которые я мог... я должен сказать, так, поставить, размолоть кофе, зажечь газ, поставить на конфорку, так, сварить кофе, нарезать бутерброды, потом, значит, еще. И вот так вот второй, третий, четвертый раз, когда две подруги ушли от знакомой, да, они сказали: слушай, она 5 раз приготовила им кофе. Они сказали: так, ну, Танька, вот дает, ну, хоть бы кофе нам налила 1 раз. Вот это вот, когда вы по этому списочку идете, ну, он нужен, конечно, но нельзя только повторять по этому списочку, что там будет. Теперь серьезно, как готовиться? Профессиональный синхронист должен накануне хотя бы знать, что завтра будет. А желательно об этом знать, ну, за неделю. Или еще, ну, больше, чем за неделю, наверное, вряд ли кто-то из нас будет там готовиться серьезно. Но если вы знаете, что вы будете работать по этой тематике, ну, конечно, надо посмотреть по этой тематике максимально возможно. Если вы знаете докладчиков, надо про них хоть что-нибудь посмотреть, что это за люди. Если вы имеете очень хороших организаторов и вы доверяете им, вы от них получите накануне текста. Если вы не получаете этих текстов, а это так бывает в 99% случаев, старайтесь выцарапать эти тексты.
Я не знаю, вот я как-то провел мастер-класс в Казани, и там мы играли в ситуацию, когда им пришлось переводить на завтра, да, а докладчик прилетел сегодня вечером, поехал в гостиницу усталый, вот, а организатор сказал, что текста нету, и он у докладчика. И вот как я бы подготовился к этому переводу? Я бы поперся в гостиницу. Зашел на ресепшн, позвонил, попросил соединить с достопочтенным докладчиком в номер. Вытащил бы его из-под душа, из ванной, к телефону. И сказал бы ему: вы знаете, я завтра буду с вами работать, мне бы хотелось, ну, хотя бы на несколько минут посмотреть на ваш доклад. Я знаю, что он у вас один, и что вы его оторвать от сердца не можете, и что вы мне этот экземпляр не дадите. Сейчас 9 часов вечера, завтра мероприятие будет утром. Но дайте мне его на 10 минут, я его потом под дверь подсуну через полчаса. Знаете, Виктор Михайлович, интересная мысль вы говорите. Да. Я сам делал нечто похожее, вернее, всегда делал. Я шел в гостиницу и вытаскивал клиента. И я только вместо того, чтобы просить у него доклад, я обычно говорил следующее. Я говорю: не от него у вас больше 15 минут, это максимум. Пожалуйста, обозначьте 10 главных мыслей, которые вы хотите сказать завтра, и 10 главных терминов. Прекрасно. Вот. Великолепно. Единственное, что я бы добавил к этому великолепному лайфхаку, не на 15 минут я оторву ваше внимание, а я оторву ваше внимание на 9 минут. Дайте мне 9 лайфхаков и 9 важных тем. Чувствуете разницу? 15 минут и 9 минут. Да, конечно. Он устал после самолета, коронавирус болтается, а вы ему 15 суете. Нет, батенька, 9. Да. Вы, во-первых, скромны, во-вторых, вы высокопрофессиональны. Девчонки, учитесь, и мальчишки тоже. Еще вопросы? Есть. При переводе боюсь, Юлия Назаренко спрашивает, при переводе боюсь добавить от себя, особенно когда делаю нарратив. И вот как найти тонкую грань, чтобы и недословно, и чтобы не было лишнего? Как работать над тем, чтобы этого не было? Может быть, какое-то практическое упражнение посоветуете? Хороший вопрос очень. Это то, что больнее всего нам. И это то, что важнее всего нам. Как найти эту тонкую грань? Все время надо искать ее. Все время надо себя где-то... Вот еще один из советов суперпрофессионала. Не просто слышать докладчика, но еще немножко слышать себя, перевезшего. То, что вы уже успели перевести. Если вы переводите на иностранный язык, вы слышите... Вы идете за ним, вы думаете о том, как подобрать слово нужное, вот как найти здесь хорошо, добавить туда что-то или не добавить, но при этом вы должны вот тут вот на мозжечке где-то помнить те два предложения, которые вы уже успели сказать по-русски. И следующие два предложения должны быть не от него, не от его доклада, они должны быть продолжением того русского текста, который вы только что вложили в уши ваших слушателей. Вот тогда будет и рассказ, и нарратив, и тогда вы себя увидите. Если еще добавить чуть-чуть, ну попробуйте отстранение от себя. Подумайте, что вы вот как бы одновременно, сидя в кабине, вот я сижу здесь, а здесь, вот тут вот я же и нахожусь со стороны, раздвоившись так условно, да, и смотрю на себя со стороны и думаю, а правильно я вот добавил вот эти два слова? Не пережал ли я здесь? Может быть, надо было вот в этом контексте чуть-чуть себя сдержать, быть буквалистом? А может быть, нет. Может быть, действительно, для того, чтобы было хорошо, надо было усилить. Надо было сказать, я не могу назвать себя художником. Да? У меня не хватает смелости увидеть в себе художника в великом значении этого слова. Да? Или вот я добавил true artist. Потому что ну, можно оставить артист, можно. Но true artist – это усилит именно то, что он хотел сказать. Поэтому если вы чувствуете, что ваше добавление усиливает и не ломает смысла, а наоборот обогащает его, дайте это.
Виктор Михайлович, еще два вопроса в один объединю, ну, сказать, чтобы время сэкономить. Человек спрашивает, может быть, есть какая-то, условно говоря, настольная книга или мотивирующая книга, которая помогает вам в вашей профессии? Это первый вопрос. А второй вопрос, вот Надя Калабина спрашивает, как должен поступать переводчик при переводе эмоциональных докладчиков, тех, кто экспрессивно выражает свое отношение к тому, о чем говорит. Правильно ли постараться сохранить этот эмоциональный посыл в переводе? Или лучше постараться очистить его от эмоций? Ответ на второй вопрос был очень простой. В советские времена, когда демонстрировались на кинофестивалях импортные фильмы, место в кабине переводчика получала женщина, абсолютно не имевшая никаких эмоций, но имевшая монтажные листы. И вот она по этим монтажным листам долдонила. Финальный... Всем креативный, так. Там на экране страсти в клочья, эмоций море. А у нее мах. Она срезала все эмоции. Хорошо ли это? Вопрос такой. Я думаю, что это нехорошо. От этого надо избавляться. Значит, если докладчик эмоциональный, это здорово, это вас зажигает. Заводит вас и его. Если хотите, я вам скину ссылочку на мой синхронный перевод интервью с директором Chatham House Робертом Ниблеттом. Он приехал сюда в Москву и выступал у нас здесь. И, в общем, мужик был по тонусу близкий мне. Мы с ним как-то совпадали. И я переводил синхронно, а причем синхрон был очень смешной. Он сидит вот тут, а я рядом. У него микрофон, и у меня микрофон. Его микрофон приглушает, мой усиливает. Но слышно все, что он говорит, так сказать. Те, кто понимает на иностранном английском языке, они видят, навру я или не навру, так сказать. Они не вглухую слушают. Но главное было эмоциональность. Вот моя эмоциональность заряжала, кстати, как его, потому что мы рядом сидели. Вот. Но и его темп речи, и его эмоциональность заставляла меня быть на этом уровне. Да, вышел потом симпатов, сошел, он говорит, а у него там сидел, кстати сказать, дипломированный английский переводчик, которого запустили в эту студию, этого радио, и он там, в общем, вот так вот сидел. Потому что для него это совершенно непонятно, как он мог с начальником вот так вот активно в живом диалоге говорить. Но слушателям этого радио именно такой текст был и нужен, а никакой другой. Поэтому срезать эмоцию, это, извините, вырезать картину из холста. Надя хочет спросить. Да, два слова. Что читаю? Почитайте сложные вещи, Мамардашвили. Почитайте, наберите вот возьмите афоризмы Бернарда Шоу. Да, я слушаю Надю. Да, если можно, дайте, я она просит слово. Мой вопрос только что прозвучал, я хотела поблагодарить вас за ответ. Спасибо большое. Хорошо, замечательно. Значит, мы все с вами на одной где-то волне. Кто еще хочет спросить? Виктор Михайлович, давайте поступим следующим образом. Мы, так сказать, и так уже злоупотребили вашим временем, прошло практически полтора часа. Может быть, ребята зададут вопросы дальше в сети, где-то, не знаю, там... Хорошо. Где у нас есть. Так, я могу вам дать несколько заданий? Я думаю, что это правильно, да, я думаю, что это хорошая идея. Ну, давайте, мы поговорили, теперь поработать надо. С английского переводим на русский. Простите, итальянцы и... другие слушатели, неважно. A film about 17th century England. Фраза. She's an actress from a playhouse. Это телесериалы, вы переводите на русский язык. И неправильный перевод. She's an actress from a playhouse. Неправильный перевод. Она актриса из плейхауса. 17 век на экране. Найдите вариант для 17 века. She is an actress from a playhouse. Может быть, местного театрика. Может быть, кочевой театральной труппы. Playhouse. Ищите. А теперь from a contemporary film. Prince Tohan is that handsome
young man in uniform. Принц Иоанн, переводчик, это тот красивый молодой человек в униформе. Кто у нас бывает в униформе? In a uniform, правильно? Uniform, униформа. Но униформа, между нами, девочками говоря, это только у униформистов в цирке, которые даже не на арене, а там ловят клоунов в кулисах. Вот у них униформа. А, значит, у принца-то что? Uniform. Принц – мужчина, современная ситуация, у него юнифом. Что это, ребят, такое? Это мы не про язык говорим, мы про культуру говорим. У него мундир. Да? Годится? Запомнили? Ваш словарик записали маленький? Еще хотите одно-два? This is nothing but speculation. Доктор Ватсон говорит Шерлоку Холмсу. Перевод. Гип-гип, ура, профессионального переводчика, который на телевидении зарабатывает большие деньги. Ватсон говорит Холмсу, это всего лишь жалкие спекуляции. This is nothing but speculation. Ребята, вот ваши самые главные враги. Кто мне скажет, как надо перевести эти дурацкие спекуляции по-русски? Это что такое? Это всего лишь предположения, а вовсе не спекуляции биржевые или какие-нибудь другие. Еще хотите? Neo-romanesque style. Переведено. Неоромантический стиль. Это в 12 веке, да, еще до готики. Neo-romanesque, да, romanesque style. Ну, для этого надо в Европу, наверное, съездить, посмотреть на эти всякие замки. Еще одна такая историческая аллюзия. Documentary on Culture Channel, BBC. Famous castles of Europe. Warburg Castle. This is the festival hall of our castle, говорит нам entertainer. Переведено. Это фестивальный зал в средневековом-то замке. Ищите. Как надо перевести Warburg Castle? The festival hall of the castle. Еще хотите? Давайте еще. Я буду полтора часа вам выдавать, как дотягивать. A notice on the door of an executive club. Evening dress only. Переведите. У нас у всех в башке сидит про Петьку анекдот. No smoking. В смысле, не курите. Ну да. Так вот, executive club и табличка. Evening dress only. Перевод. Только смокинг. Правильный перевод? А все там во фраках, пардон. По фильму видно, что все во фраках. Ну, какого черта переводить? Evening dress, как только smoking. Ну, и так далее. Допустим, claret. Английское слово claret. Попробуйте его перевести на русский язык. Не словом claret. Хотя бы красным вином. Если не бордоский. Еще один сюжет. Вот для чего культура нужна? Книжки читать, подсчитывать разные. Ну, почитайте афоризмы. Есть какие-то вот сейчас, если можно, я на секунду отвлекусь. У меня вопрос там у вас был какой-то. Вот книжечка, которую я читаю иногда. Да. Маленькая такая книжка в карман влезает. Ну, открыл на первой попавшейся странице. Всегда нужно быть чистым и светлым, как то окно, сквозь которое смотришь на мир. Это совет переводчику. А как это Бернард Шоу сказал? Better keep yourself clean and bright. You are the window, through which you must see the world. Красиво, да, ребята? Вот это помогает.
называется Джордж Берншоу «Изречение». Ну, хорошо, какие 30 копеек сделал. Ну, я там обещал какую-то фразу. «Is Pride and Prejudice». BBC miniseries. «My sister has been in town for 2 months now». Они в деревне живут. «My sister has been in town for 2 months now». Если вы не знаете, что деревня и город в Англии – это разные вещи, что «in town» нельзя перевести «моя сестра в городе уже 2 месяца». Какого черта она там делает рядом со своей деревней в ближайшем городке 2 месяца? Это бред. «My sister has been in town for 2 months». Значит, моя сестра в Лондоне уже 2 месяца. Таун – это только столица Англии, Лондон. И в Pride and Prejudice именно об этом идет речь. То есть речь идет о культуре, о нарративе, о рассказе. Я надеюсь, что мы об этом смогли сегодня побеседовать. Большое вам спасибо. Я всегда готов ответить на ваши вопросы. diversity.list.ru – это мой электронный адрес, на который я по понедельникам отвечаю тем, кто хочет со мной поговорить и задать вопросы. Спасибо вам большое. Удачи.